пели песни, читали стихи и разговаривали о творчестве. Такую программу в Одинцовской библиотеке номер 1 подготовили к открытию выставки декоративно-прикладного искусства Ирины Пискаревой. В экспозиции представлены произведения, выполненные в технике гобелена, батика и гуаши. Занимаюсь разными видами художественного творчества, но основное мое дело – это дело, которое я люблю и занимаюсь им уже очень долго, это ручное ткачество гобелен. И действительно, творческий путь Ирины достаточно долгий. Она – третье поколение династии художников, причем известных не только в России, но и за рубежом. Искусством занимается уже 40 лет. Я представляю именно последние работы, именно последнюю вот мою серию из 22 работ. Сейчас работает выставка в пансионате Звенигородский, Моженко, Академии наук. И планируется выставка в санатории МВД. Работает выставка в культурно-досуговый центр Ершова. Там мои работы тоже есть. Выставка в Одинцовской библиотеке номер 1 будет открыта до 14 февраля. Все желающие смогут ее посетить ежедневно с 8 часов утра до 10 вечера, а в понедельник и последний четверг месяца с 9 до 18 часов. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».